Начнем сверху. Начнем горизонтальной морщины шеи. Горизонтальной морщины лба. Значит, я не буду говорить про лоб, про классическую орбиту и про нос. Потому что у нас это базовое обучение, это уже такие, ну, как бы больше ступени. Пожалуйста, набирайте знания на вебинарах, семинарах в данных областях. Значит, здесь хорошо работает техника папоротник. Помню, вошли, нажали, резко выдернули. Вошли, нажали, резко выдернули. Так как мышца у нас с вами идет горизонтально, то и техника введения будет горизонтально. Да? Горизонтально мы с вами проработаем. Донышко морщины, шахматы в порядке, мы с вами работаем. Глубокие заломы очень хорошо. Линейная ретрограмма, глубокие заломы нет. Если у нас с вами не глубокие заломы, даже если зафиксируем ботулотоксином линейной ретрограммы, не будет. Значит, если у нас с вами не глубокие заломы, то тогда или капельная техника, да, техника глубокого напажа, или бланш, или точка за точкой. Точка за точкой чуть больше введения препарата. Да? Четыре техники для работы в области лба. Если у вас пациент, у вас стоит вопрос о том, что глубокие морщины, значит, на всякий случай напоминаю, в начале ботулотоксин, через 2-3 недели препараты контурной пластики.